Ребяшки, hello, как говорится, приветствуем вас в Курской области. Сегодня снова покажем вам модульный дом. Три причины. Во-первых, необычная внешность. Согласитесь, когда выезжаешь за город, редко встретишь что-то вот такое. Во-вторых, это один из самых технологичных домов в мире прямо сейчас, на полном серьезе. И в-третьих, ну, все-таки приятно, что до сих пор кто-то верит у нас тут в инновационные проекты и пытается их развивать. Что к чему, обзор, поехали. Итак, ребятки, то, что стоит за нами, называется АУ. Тут такая вот игра слов, то есть на русском языке АУ, когда вы выходите куда-нибудь в лес, кричите АУ. А на английском языке тут читается слово OUT, то есть это такой призыв ехать за город, то есть отдыхать за городом. Этим всем занимается компания Rocket, которая основана в 2019 году, молодая компания, и на этом этапе у них всего два дома. Первый 20 квадратных метров стоит вот здесь, вот недалеко от города Курска, он сдается в аренду. Можете приехать, посмотреть, что к чему, и они его тестируют технологии, которые в этом доме применены. Второй дом — это уже 30 квадратных метров, прямо сейчас находится на их небольшом производстве в городе Орел. Это уже дом для постоянного проживания. Но теперь самое интересное, помимо, так сказать, необычной внешности, что в нем технологичного? И вот здесь, пожалуйста, сядьте поудобнее, потому что вот такое мы точно не ожидали встретить вот здесь вот в лесах Курской области. Слушайте внимательно. Это интеллектуальный жилой модуль. Автономный дом с нулевым внешним потреблением электричества и воды. Все энергосистемы дома, включая отопление, подогрев воды, системы коммуникации и безопасности, работают от электричества, которое вырабатывается солнечными панелями, а также ветрогенератором. Теперь, что касается воды, это тоже интересно. Скважины тут нет. В доме установлена система сбора дождевой и талой воды. Несколько фильтров обеспечивают ее очистку, и после этого можно мыть посуду и ходить в душ. Там внутри огромный бак с запасами этой воды. Лёш, короче, вот у вас на сайте я прочитал несколько моментов интересных. Я буду зачитывать, а ты говори, правда или нет. Окей. Значит, фасад имеет съемную конструкцию. Его можно заменить как чехол на смартфоне. Да. Нет, серьезно? Да, да, да. Ну вот, собственно, можно видеть несколько частей. Так. Мы так. Их снимаем, ага. И меняем. Мы видим вот серебряную часть. Так. И эта серебряная часть может быть любой по цвету и по форме. Формой. И боковины. Да, и боковины, собственно, можно сделать как white label, угу. То есть под какой-то, например, глэмпинг, написать так. Его название, собственно, и все. Значит, следующий пункт. Из чего все это сделано и что у нас по фундаменту? Я видел там какие-то пенечки вообще. Да, 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 мы решили... Сколько он здесь стоит, скажи, пожалуйста? Он стоит здесь с ноября. Чтобы так. Посмотреть, ну, как бы, как конструкция пройдет пучение грунтов. Мы намеренно его ставили, условно говоря, на пенечки. И то мы их подкладывали только с тем намерением, чтобы выровнять в горизонт. По технологиям, это каркасник? Да, это? Металлокаркас. Мы закладывали сюда избыточные, скажем так, сечения, чтобы накручение вот все было стабильно, чтобы он мог стоять где угодно, как угодно, чем угодно подниматься. Металлокаркас, утепление и вот это все навесное вот оборудование. Но ага. В будущем мы планируем уже, в принципе, есть разработка, печатать на 3D принтере из переработанных пластмасс. Площадь солнечных панелей 48 квадратных метров. Да. Вот, это на большом. Вот нет, а на большом. Это на большом. Да, 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 да. А здесь меньше, потому что здесь мы еще не доставили полностью крышу. Здесь да. Нет вот этих трекеров отслеживания, потому что да. Эта вся система осталась на том. Трекер отслеживания положения солнца, да. Снеговая нагрузка до 400 кг на метр квадратный. Да. Это вот сейчас он зимой да. Стоял. Автоматическая система удаления снега. Да. Мощность системы 12 киловатт. Это все правда? Да, 12 киловатт – это мощность, собственно, солнечной установки. Uh-huh. Накопители здесь, аккумуляторы стоят на 24 киловатта. Uh-huh. Все это, в принципе, базовая версия, которая позволяет в режиме автономности существовать в средней полосе. Так. Если мы говорим о севере, это надо все увеличивать. Если мы говорим о юге, то это нужно уменьшать. У вас электричества тут нет? Нет. Никаких проводов не видно? Нету. Так, и хватает? Да, хватает. Единственное, в большой минус мы поставили еще ветряк. От него вообще толк есть? Он как вентилятор домашний выглядит. Нет, он киловаттник. В принципе, его как раз на подстраховку... хватает так. В ночное время, ага. Потому что ему не нужно слишком большого ветра, чтобы ну, начать что-то вырабатывать. Ага. И он перекрывает ну, порядка 15%. Солнца нет у нас сегодня? Да, этого достаточно. В принципе... Вот этого, то есть да. Сейчас происходит какой-то процесс? Да, да, да. Да а есть. Если вот прям совсем мрак? Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, как, откуда брать электричество? Аккумуляторы. 24 киловатта. А когда они закончатся? На данный случай мы предусматриваем как раз-таки здесь генератор. Это, скорее всего, ну, демосезон и зима. И то, по условиям наших испытаний, мы его включали раз в двое суток.
Что по воде? Ну вот сегодня прошел немного дождика. Так. Площадь, опять-таки, фасадов устроена чуть больше, чтобы как раз-таки собирать максимальное количество дождевой воды. То есть мы его для начала, когда привозим, мы его наполняем. Допустим, 4, здесь 4 тонны. 4 тонны воды. А там мы 2 бака видели, вот в котором большом доме. Тонна, тонна и вот эти верхние по 0,8. Но пить ее нельзя. Для питья у нас стоит еще дополнительная система фильтрации, ну, как и в любом доме, и все. Так это, то есть, дождевую в итоге можно пить? Да. Ну, на выходе, да. Если мы полностью ее очищаем, то не проблема. А серая вода куда уходит? Предусмотрен септик, ну, станция биологической очистки, назовем ее. Она закопана или она в доме? Она в доме. Она находится, собственно, под туалетом. Там у нас есть порожек. Она является такой переливной системой. Мы загружаем туда бактерии, добавляем туда кислороды, чтобы они там жили. Это все перерабатывается, и на выходе мы получаем техническую воду, которую можно свободно спускать в дренаж или пользоваться, ну, в качестве полива. Такого запаса воды в доме хватает на 6 месяцев. Вот, а сколько максимальный бак? Мы можем две кассеты вот эти по 4 тонны поставить, это будет 8 тонн. И так, в таком, собственно, режиме с замкнутой циркуляцией этого хватит где-то до полугода. Люди какие-то вообще в России интересуются этим, им пишут, звонят? Большого числа желающих, скажем так, из частных клиентов на его покупку, я думаю, не будет. Есть интересы со стороны других государств. Вот, потому что мы отправляли запросы. Даже других государств? Да. Так. Мы все-таки еще, ну как бы, что греха таить, видим большую перспективу за рубежом. То есть там люди деньги уже несут? Да. Готовы? Уже принесли. Технологии, а не за дизайн. Технологии, да, и, собственно, вот эту вот свободу и независимость. Значит так, это у нас 20 метров. Да. Артем там дольше жил, да? Да. Артем, покажешь, что внутри? Поделишься впечатлениями? Продолжаем. Зайдем внутрь. Так, Артем, показывай. Значит, интересует, что вот это вот внизу, оно для красоты или оно какое-то значение имеет? Нет, это просто декорация. Но сверху при этом вода. Сверху можно, да, установить дополнительные баки для накопления воды. Ага. И объем запаса воды в доме автоматически увеличится. Умный замок. Умный замок. Открывается. Вот нашим людям, которые вот приезжают вам сюда, арендуют, оно надо? Им интересно. Так. Это что-то новое, почти ни у кого такого нет. Но они не могут его, как я, открыть по отпечатку пальца. Так. Но мы им предоставляем каждому личный пароль, они его вводят. И, собственно, дом можно открыть при помощи пароля. Панели? Ну, панели. Это рабочие уже панели? Да, это вот они в данный момент, ну, слабенькая из-за того, что погода серая, а так, когда солнечный день, они вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы и протопить дом, и бойлер нагрел вся водой горячей, ну и все баки, ну, собственно, отфильтровали воду, наполнились. Давай посмотрим, что внутри. Пойдемте внутрь. Заходим. Много места. Сколько высота потолков? 2,40. 2,40? Это у нас 20 квадратных метров. Этот дом, да, правильно? 20 квадратных метров. То есть у нас вот тут вот, а там еще стена продолжается. Да. Это у вас техническое все? Это техническое помещение. Там, собственно, спрятано сердце нашего дома. То есть ради технологии вам пришлось приличное место отъесть. От и так небольших 20 метров. Все так. Смотри, я прочитал, что у вас тут охранные системы, системы кондиционирования и рекуперации воздуха, интеллектуальная система измерения различных параметров, в том числе сколько воды осталось. Все так. А как это все выглядит? Все отображается в телефоне. Ну, в баках стоят определенные датчики, которые показывают, сколько воды в нем осталось. А где приток? Откуда идет? Извне. Он с той стороны спрятан под нашими панельками. Вот оно, сверху, вот оно. А, все, я понял. Решеточка, оттуда поступает свежий воздух. Здесь у нас спрятан холодильник, микроволновка, здесь чистая водичка у нас стоит, подсветочки вставлены в дом. А кухни нет? Разные. Нет, кухни здесь нету, но у нас есть мангальная зона, которая всех устраивает, люди справляются. А обогрев только у нас от пола? Обогрев только от пола, да. Все питают панели? Все питают панели и ветрогенератор. Ванная, да? Да, ванная. Ну вот в 30 метрах была прям большая ванная. Здесь, конечно же, поменьше. Вот я сейчас включил воду. Да. 4 тонны начали тратиться. Да. И куда оно все идет? В септик. И вот это можно пить? Да, да, оно чистое. И вы сейчас это сдаете в аренду? Да, у нас ближайший день, да, послезавтра занят, ну и потом еще на неделю вперед. А ценник? Сутки? Ну, сам домик 7, будни, 8 выходные, купель плюс 3000. Снимают, нравится. То есть как бизнес это можно рассматривать?
Нужно. Нужно? Бизнес это нужно рассматривать. Ну и купить это тоже теоретически купить, можно. Купить, да, себе это можно, абсолютно верно. Сейчас поговорим о ценах. Выходим? Выходим. Так вот, ребятушки, теперь самое интересное – это цены. Угу. Раньше вот это вот 20 квадратных метров можно было купить за примерно 4 миллиона. А дом 30 метров можно было купить, ну, заказать у ребят за 5 миллионов. Сейчас 4,5 и 5,5 миллионов соответственно. Конечно, звучит, ну, недешево. Но давайте абстрагируемся немножко от цены, потому что дом абсолютно автономен. Нет ни воды, нет ни электричества, он работает сам. И как минимум можно приехать и посмотреть, что к чему. Арендовать его в будни или выходные, поночевать, так сказать, приобщиться к каким-то мировым экологичным трендом. Приятно, что ребята все-таки остались здесь и пытаются все это здесь развивать. Но посмотрим, как оно будет дальше. Потому что сейчас у них такой переходный период. Если вы вот во всем этом в каком-то виде заинтересованы, возможно, им, так сказать, пригодится ваша поддержка. Все ссылки укажем внизу. Ждем ваш комментарий. Спасибо, что посмотрели. Всем терпения и добра. Пожалуйста, будьте вежливы в комментариях. Увидимся. Пока.